Вопросы разделились на три блока. Первый блок — это в сфере законодательной нормы, что оно как бы несовершенно уже на сегодняшний день для городов, не только как бы города Одессы, а и других украинских городов. Приняли решение обращаться через ассоциацию городов Украины от губернатора, и от нас, соответственно, как бы будем обращаться в Верховную Раду, к народным депутатам о внесении изменений в законодательные нормы. Также рассмотрели ряд рабочих вопросов, которые как бы необходимо выполнять уже сегодня по ряду объектов, которые как бы мы в первоочередные определим на ближайшем совещании с управлением культурного наследия. И совместно определили совместную работу для ускорения получения разрешений на демонтаж обрушившихся памяток культуры и так далее, и так далее, и так далее. Работа будет продолжена. Уже управление, юридическое управление, ну, юристы департамента области с юристами нашего управления проведут работу в законодательной части и, соответственно, как бы рассмотрят какую-то модель для работы ускоренного процесса получения разрешения на демонтаж обрушившихся элементов зданий культурного наследия. То есть все памятники культурной спадщины у нас в области. Также включая все отмеченные памятники на территории города, более планируем к концу года сделать публичный вход. То есть это об этом. Да, поэтому тут на самом деле это только в плюс всем. Было даже написано проект закона, согласно которому стороны охраны на территории, но нужно посмотреть, где находится